В департаменте городского хозяйства прошла первая масштабная встреча, в которой приняли участие все, кто имеет отношение к дорогам, которые будут ремонтироваться в этом году в Ярославле. Главная задача на сегодня – согласовать графики работ с сетевиками. Организации, которые будут делать свои раскопки на ремонтируемых дорогах, могут не укладывать верхний слой асфальта после окончания своих работ. Но только если через несколько дней на дорогу выйдет подрядчик. В противном случае необходимо привести кусок дороги в первоначальное состояние. Такое решение принято на совещании. Пока определен первый подрядчик по ремонту улицы. Это компания «Ярдормост». Она будет делать 14 дорог в 4 районах города – Ленинском, Кировском, Красноперекопском и Фрунзенском. «Ярдормост» уже вышел на 3 объекта в городе Ярославле. Это улица Чехова, это Комсомольская площадь в Красноперекопском районе и улица Нефтяников. Сегодня идет разбор полотна. Это демонтаж бордюров. Также на некоторых объектах они проводят геодезию для того, чтобы сегодня подготовить карту фрезерования и приступить к подготовке улиц к ремонту. Напомню, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле в этом году отремонтируют 23 улицы протяженностью 47 километров. По площади это больше, чем в прошлом году. Предусматривается и ремонт тротуаров, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Средства выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. В общей сложности порядка 1 миллиарда рублей.